А кто снимать будет? А? Так, понял, вперед отталкиваешься, вправо, не влево, вперед. Все, он прыгает, снимай. Скажи, как зовут? Ну, в смысле, как представите? Дядя Федор, сними эту хуйню. Конечно, забываю. Дядя Федор, Ванина, отдельный привет. Да, у него все нормально, кнопочка. Чем второй раз. Хоть было время подумать, посмотреть, блядь. И в джинсах, конечно, удобнее. В шортах больше не буду прыгать, а то так без яиц можно остаться. Майнай, майнай! Я вон на машину попробую приземлиться. Влада, получилось? Ништяк. Хоть не надо будет ждать 3 дня или сколько там, как в прошлый раз. Не, ну я хочу сегодня показать уже чуть-чуть и сам посмотреть. В джинсах уматней. Я не знаю, как вы в шортах прыгаете и в тоненьких штанах. Я чуть не оставил в прошлый раз все там. А сейчас вообще мягонько, ну как говорили. Походу с километра можно голым прыгать. Или с орбитальной станции, откуда там они еще прыгают. Че? А, что-то я увидел, что да, она как-то обвивается. Ну я все, я же отпихнул ее. А то я смотрел один ролик, где она вокруг шеи обвилась. Я думаю, так не надо. Даже вокруг ноги. И все. На, иду к тебе. Отключи, выключи камеру. А то все не...